Новый сезон, новые лица. В Самарском доме актера представили спектакли, где задействованы молодые талантливые артисты. Вечер знакомства открыли солисты Самарского театра оперы и балета. Они подготовили миниатюры в неожиданном и несвойственном оперному театру жанре. Но поверьте, мы нагоним, мы еще свое возьмем. А вот вы как петь смогете, а как мы сейчас орем. Открытие нового сезона в Доме актера – событие традиционное, однако в этом году его решили посвятить артистам, которые только делают свои первые шаги на сцене. Мы сегодня принимаем в нашу семью тех, на кого мы надеемся. Те, которые выдержали огромный конкурс, чтобы попасть в тот или другой театр нашей области. Дело в том, что устроиться в театр – это гораздо сложнее, чем поступить в театральный институт. Потому что здесь ты должен уже предъявить из себя тот уровень мастерства, который может сочетаться с той труппой, в которую ты вливаешься. Поэтому это очень сложно и очень интересно одновременно. Как признаются молодые артисты, от нового театрального сезона они ожидают много интересного. Ну, конечно, ярких эмоций, новых, хороших, качественных постановок, большое количество зрителей, восторженных взглядов, аплодисментов. Восторженных взглядов долго ждать не приходится, ведь самарский зритель всегда принимает актеров тепло и не пропускает премьеры. Я могу с гордостью сказать, что театры Самарской области находятся в состоянии аншлага. То есть билеты покупаются заранее, за месяц. Перед началом можно купить билет куда-нибудь на крышу, где мало что видно. Поэтому не случайно Самара удерживает за собой статус театрального центра страны. Это действительно так. В новом сезоне ожидается много премьер, в том числе по пьесам известного русского драматурга Александра Николаевича Островского. В следующем году исполнится 200 лет со дня рождения писателя, поэтому многие культурные события в России будут посвящены этому юбилею. Светлана Кудрявцева, Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.